Да, потому что вопросы фараона не такие, что нам тяжело ответить на них. Он прав, но что можно сделать? Он прав. Но поэтому мы должны подняться на следующую ступень, которая выше знания. Потому что внутри знания фараон всегда прав. И вместе со всем его, со всем знанием, его мнением и мудростью он находится на земле, стоит уверенно, и мы не можем. Не можем в нашем разуме справиться с фараоном. Это наш здравый смысл, логика. И только лишь в случае, при условии, когда мы идем выше знания, когда есть сила отдачи, сила Творца, который находится выше фараона, выше творения. И когда мы убеждаем Творца дать нам силу отдачи, тогда он, с помощью нее мы поднимаемся наверх и начинаем ощущать наше духовное состояние.